Интервью со знакомым телевизионного клуба Нигер Шахлинска, игроком команды Раушан Аскерова. Нигер Хан, во-первых, вас поздравляю с победой. Во-вторых, скажите, пожалуйста, в какой момент, по-вашему, наметился перелом в игре команды и победа, ее грани стали более очевидными? Мне кажется, не только мне кажется, вообще всем нам кажется, что четверка для нас – это решающее очко. После четвертого очка решается наша судьба, либо, в смысле, пан, либо пропал, скажем так. Да? Поэтому я думаю, что как только четвертое очко засветилось на экране, сразу же произошел переломный момент во всей игре, и как раз Раушан ответил на вопрос про Иосифа и Марию, про Бродского. И после этого игра поменяла свой ход. В самый ключевой момент игры при счете 1-4 выпал сектор «Блиц», традиционно весьма непростой сектор. Что вы почувствовали в тот момент? Была ли надежда на то, что вопросы окажутся простыми, посильными для команды, или же вы думали, что это все, это уже символ приближающегося поражения? Честно говоря, вот даже с самого начала игры у меня никаких прогнозов не было, потому что пару раз я прогнозировала, пыталась какие-то прогнозы делать, но они иногда не оправдывали себя. Поэтому никаких ощущений у меня не было, и когда даже выпал сектор «Блиц», я просто скрестила пальцы и просто надеялась, что ребята вытянут игру. Что вы ждете от игры через неделю? Какой игры ваша команда, какого результата? Я надеюсь на победу. Спасибо большое за интервью. Удачи через неделю. Спасибо большое. Спасибо вам за то, что вы есть, за замечательную организацию. Спасибо большое.